Очередную крупную партию контрабандных сигарет изъяли в Волынской области недалеко от границы с Польшей. Пограничники с помощью тепловизора засекли в приграничной зоне нескольких жителей Любомля с объемными сумками. У задержанных изъяли 6 тысяч пачек сигарет без акциза. Контрабанду они планировали переправить через реку Западный Буг на резиновой лодке. Одного из нарушителей ранее уже ловили при попытке переправить контрабанду.